Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Яблоновский сад в Невском районе Петербурга на улице Латышских стрелков. Располагается сразу за Ледовым дворцом около метро Проспект Большевиков. Это место с очень непростой судьбой. Мало того, что его часто путают с Яблоневым садом, есть и такой в Санкт-Петербурге. Хуже то, что долгое время на месте нынешнего Яблоновского сада была большая стихийная свалка. После того, как город разросся, такой объект в центре многолюдного района стал никому не нужен. Однако застроить бывшую свалку не так-то просто. Предполагалось сделать здесь парковку, но жители Невского района, сильно страдающего от нехватки зелени, добились сохранения зеленой зоны. Постепенно образовалось то, что теперь называется садом, хотя это гораздо больше похоже на лесопарк. Причем далеко не самый ухоженный и уж точно не самый красивый в Петербурге, зато достаточно большой. Правда, малосимпатичная река Кервиль сильно портит пейзаж, и что-то сделать с ней прямо сейчас не представляется возможным. Ну, с другой стороны, здесь неплохие условия для бега и велосипедных заездов. Имеется даже импровизированный памятник велосипедисту из зеленого каркаса, который сейчас часто встретишь на обычных детских площадках. Еще более известная достопримечательность – гранитные лягушки, сидящие на лавочке. С ними любят фотографироваться, а зимой заботливые граждане надевают лягушам варежки и модные шарфики. Мы бы не обратили внимания на этот садик, если бы он не был потенциальным мощным спортивным объектом. Сюда постепенно разрастается инфраструктура хоккейного города СКА, и со временем вся округа может стать одним большим спортивным пространством. Но до этого еще очень далеко. А пока зимой внутри парка заливают открытый каток, можно бегать на лыжах и, самое главное, кататься с горы. Происхождение здешнего загадочного ландшафта со множеством холмиков – предмет ожесточенных споров. Ясно одно, зимой эти курганы идеально подходят для детской горки. Летом пространство годится для подвижных игр и скандинавской ходьбы. Говорят, здесь даже можно соловьев услышать, если прислушаться. We'll be right back.